говорила. В общем, я так пошалил. Но сколько счастья было женщинам. То есть они думают о своих детях. И когда она думает о тебе, тебе мысли. А что бы тебе сейчас, вот, мы можем сейчас даже провести опыт, в принципе. Ну, Маши, к сожалению, нет у нас контактеров, половины нет. Могли бы сейчас войти в этот астральный город, увидеть твою маму. Ты, например, сказать тебе, представь цветы. Попроси Бога, чтобы эти цветы появились у нее, и у нее появляются. Там же мыслью. Вот ты одежду формируешь мыслью, обои переклеивают мыслью там. Вот ты за место... иди сюда. Как маму зовут? Валентина. Мы сейчас по-другому сделаем. Ты ощутишь некоторые вещи. Вспомни маму, туда лицом. Ответственность. Конечно. Но сейчас, смотрите, важно, вы не спешите. Помните, всему свое время. Вот если вы увидели и ощутили сами снаружи, что с человеком творится, то это в вас осталось. А если вы торопитесь, не торопись чуть-чуть. Так, Валентина, представь маму, встань в открытую позицию, вот так вот руки, расслабься. Валентина, высшее я, скажи себе. Соедини меня с моей мамой Валентиной. А вы можете поговорить с человеком, даже если он воплощен. С высшим я даже можете поговорить. Хорошо. Скажи, моя любимая мама, я посылаю тебе свет своей любви. Отец Небесный, даруй моей маме совершенный потенциал силы. Отец Небесный, даруй моей маме совершенный потенциал силы. Я тебя люблю, мама. Я тебя люблю, мама. Помню тебя, помню, моя мама любимая. Помню тебя, мама моя любимая. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Пусть так хотя бы. Сына и Святого Духа. Пусть в твоих руках. Пусть в твоих руках. Появится совершенный букет. Из красных-красных алых роз, красивых красных-красных красивых алых роз, от которых будет источаться любовь. Будет источаться любовь. И память о моей земной жизни. И память о моей земной жизни. Чтобы ты видела, какой я стала. Я люблю тебя. Ты любишь меня? А как Валентина, а как она выглядела? Ну как? Ну я ее сейчас представляла. А как она тебя называла в детстве? Люся. Я думаю, что Люсенька, блин, да, понятно. Да, да, Люсенька. Да. Люсенька. Люсенька. Она такая, Люсенька. Вот такая пошла. Да. Все? Нет смерти. Ты можешь общаться в любой момент. Посылай любовь. Ты можешь, например, сотворить... Мама, давай я тебе что-то интересное подарю. Вот там, где... Давай создавать проект с тобой вместе. Давай. Ты можешь представить вот такой цветок, вот такой объем. Вот такой. Цветок, как лилия. Лилия. Хорошо, белая. Там разноцветные тычинки. Аура сияет, и она транслирует совершенную любовь к твоей маме. Давай, высшая я, сформируй проект цветка. Высшая я, сформируй, пожалуйста, проект цветка. И помоги мне его исполнить. Пусть он будет как белая лилия. Пусть разноцветная радуга сияющая будет отходить от него. Пусть источать он будет любовь, гармонию от всего любящего моего сердца моей маме. И будет источать любовь, гармонию от моего любящего сердца моей маме. Пусть мой образ будет являться в этом цветке, переливающемся в молодом виде, и будет читать стихи любви моей маме. И пусть будет являться мой образ сияющий в молодом виде, и будет читать стихи моей маме. Во имя Бога, пусть этот цветок появится в том жилище, где живет сейчас мама. Я обеспечу потенциалом. Исполнено. Исполнено.
Отец Небесный, наполни потенциалом этот проект. Включись. Тебе понравилось, мам? Да. Люсенька угодила? Да. Представь, она теперь не будет не страдать, а у нее счастье будет. Причините счастье своим любимым. Что ж вы от них страдаете? Это неприятно. Доказал?